В мире множество вопросов, любой ответ дает интернет. Но что об этом думает настоящий, не виртуальный профессионал? Доброе утро, меня зовут Эля Обжигалова, и я визажист. Глаза – неотъемлемая часть красоты женщины. И, конечно же, каждая из них старается красивое сделать прекрасным. Причем сделать это можно, не посещая салоны красоты. Ведь есть интернет, который предлагает десятки миллионов способов. Подведенные снизу глаза становятся меньше. Если вы возьмете черный карандаш, либо черную подводку и подведете только слизистую нижнего века, конечно, глаз станет меньше. Но если вы хорошенечко протушуете тенями нижнее веко на весь его объем и потом густо прокрасите реснички, то глаз точно не станет меньше, он, наоборот, станет более выразительный, более объемный. Так что если вы подводите только нижнюю слизистую глаза темной текстурой, то это действительно правда. Яркие рекламные вывески, телевизионные ролики, контент и реклама в сети убеждают нас в том, что чем дороже продукт, тем качественнее и лучше он сделан. Такая же тенденция прослеживается и в бьюти-индустрии. А так ли это на самом деле, задаются вопросом интернет-юзеры. Покупайте только дорогую косметику, она лучше. Конечно, не зря косметику делят на разные сегменты – масс, мидл, люкс-сегмент. Но не всегда бывает так, что качественная продукция равно дорогая. Точно так же и бюджетная косметика также вас может порадовать своим качеством, а дорогая косметика может чем-то разочаровать. Цена может зависеть от очень многих факторов. Поэтому здесь каждый выбирает для себя сам.